И всем привет, дорогие друзья, с вами Йоникс Чат, и сегодня мы продолжаем выполнять задания на Северной Каролине, на Ураннере, и на сей раз это небольшая помощь в виде кирпичей и деревянных досок. Нам нужно отправиться стандартно на карту Аверхиллз, там взять в этой части карточки, мы выйдем, поднимемся в городе кирпичи деревянной доски, доставить их к дому лодочника. Вот. Потом взять бытовку, там что-то запчасти для машин еще взять бытовку по пути и отправиться на еще одно задание. Вот. Не будем тянуть, поедем путь. Ладно, объедем. Бродирники вот они нам достраивать будут. Ну давай, давай. Thank you.
Так, вот мы на карте. Нам нужно отсюда доставить по дороге, считаем, по факту паспорт по дороге сюда, потом вернуться обратно, взять запчасти для машин, опять вернуться обратно, заехать вот сюда и выехать, проехать вот сюда. То есть такой вот маршрут у нас. Рядышком можно. Доска есть кирпичная, лапками. Кирпичик и деревянная доска. Теперь можно смело ехать на помощь.
немножечко приехали в дерево. Небольшая помощь едет к вам. Так, нам... Ага, нам не сюда, нам туда, наверх. Нет, ну и не тут. Дальше. Да, они комнаты хотели преобразовать. Перестройка, так сказать. В доме. Ремонт. Так, ну что, поехали обратно. Высокие риски. Поехали, значит, за запчастями. Потом едем обратно.
сюда. По дороге сюда, забираем здесь. Едем туда, в точку. Запчасти для машины грузим. Так, едем снова назад. Thank you.
снова, значит, на этих петляющих дорогах, только надо еще до спутниковых этих огромных тарелок доехать, не пропустить поворот. Так, тут еще генератор стоит для какого-то контрапта, так понимаю, да? Но бутовку надо очень аккуратно вытащить. Вот прицеп, он очень неустойчив. Тихо, прицеп. Так, нам, значит, нужно сейчас налево, грубо говоря, вот так вот проехать. Мы будем в точке назначения, если ничего не случится. Тихо, если ничего не произойдет. Лучше поехать на пониженную. Сука. Не устой.
Тихо, блядь, ёб твою ж мать-то, ну. Ой, ёбана этой. Падла, блядь, это пиздец. Его заломило еще, ёпта. Посмотри, что происходит. Его. Что с тобой? Блядь, это какой-то кошмар, а. Просто в метрах не надо. Так вот наебнуться. Крана нету здесь, да? Не, ну это просто пиздец. Самый натуральный. Что у меня есть на свете, а? Ну что делать будем? Так, свары тут не нужны. Запасные части нужны. Бревна. Ну, запасные части, ладно, короче. Так, ладно, эвакуируемся. Берем другую машину, едем сюда. Только не с равнины, а с этого. С реактивной зоны. Отсюда едем. С краном. Желательно с бандитом. Ну, кран помощнее. Либо вот с этой машиной. Кран можно поставить? Только большой, да? Блять. Давай бандит тогда. Бандит. Кран КРС. Поехали. За этой бутылкой. Да что ты будешь делать? Ну, нет, вот он, собственно, неустойчивый какой. Все эти вот уклоны, они нам противопоказаны.
Высокий риски. Возвращаемся за бытовкой. Крана. Так, стоп. Опоры. Так, аккуратно возвращаемся обратно. На точку назначения нам переворачиваться мы не капнемся. Блять. Это колеса выворачивать через текстуры можно, да? Ну, отлично. Так, больше ничего не открылось? Ничего не открылось. Ну, теперь она будет сюда бытовку еще. Сюда запасные части. Кстати, вот они, запасные части для сюда похожие, да? Только сюда нужен прицеп платформы, сюда нужен скаут, желательно какой-нибудь скаут, не знаю, может быть яр, может быть нет, неизвестно. Прицеп платформы, какой скаут нужен? Не знаю. Ну и короткие бревна, собственно, они у нас здесь. Два рейсика коротких бревен потаскать. Это мы уже в следующей серии, разумеется. Поведутся кран лесопогрузчик. Зачем кран лесопогрузчик?
Непонятно. ТБшка, ТБшка, так. Прицеп с резервуарами. Это у нас он где? Это вот этот у нас огромная херня. Ее нужно будет протащить. Вот тут. Так. Бытовку надо будет протащить еще. Сюда металлическую балку. Пенчатый насос. Угу. Ну, ладненько. В следующей серии будем смотреть, делать, что будет в следующей серии. Так, да. А сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока.